Все, вернулись домой. С серьезками? Да, открой куклу. Так. Куклу купили. Вот такой вот домик. Мы уже покупали кукольный такой домик. Но Элиза была маленькая, все разломала. Не знаю, может, в этот раз Элиза уже не будет ломать? Не буду, конечно. Воздушные чипсы. Насте не стали покупать никакую куклу, потому что я не знаю. Она то сегодня ей надо, Насте, завтра не надо. Дай посмотреть. У нее есть хвостики. Угу. Такая вот красавица. Сломаешь опять, наверное, да? Все побросаешь. Вот такую лопатку в итоге взяла. Там была другая, но взяла эту. Цену не знаю. Цена сейчас скажу. Так. Лопатка 79 рублей. Я думала подороже китчен. Потому что там были за 79, а это вроде как такая силиконовая. Да, воздушные чипсы. Потому что у меня была одна деревянная, ручка деревянная, она уже все. Деревяшка это сломалась и все на этом. Вкусные? Нет, спасибо. А, они вот такие, как обычные чипсы, да? Как русская картошка раньше чипсы были. А может сейчас тоже. Я не люблю сыром. Настя гуашь взяла. Потом Настя вот такой вот обводитель. Как он там правильно называется? Такой освежитель воздуха. Попшикала, вроде неплохой. Элизе зарядку. Потом диффузор вот такой взяла. Лимон. Арахис. Так. В итоге мы купили эту куртку. Сейчас вот это выложу, мелочь. Шарики воздушные. У нас вчера война была из-за шариков. Вот, три шарика. Воздушных. Смотрите, такая классная куртка. Всего лишь 1000 рублей. Сейчас ее открою. Возможно, Насте будет как раз, но, возможно, Настя ее не будет одевать. Здесь вот такой этикетка, запрещенная в Российской Федерации. Может, поэтому за 1000? Ну, навряд ли, не знаю. Вот на такую осень холодную, 140-й размер, Насте, может быть, как раз. Будет носить, не будет носить, думаю. Ну и что, все равно возьму, потому что такую за 1000 не купишь. Такая стоит где-то 3,5. Здесь, по-моему, этикетка даже была где-то. Не знаю, может сняли. Но я ее видела, эту этикетку. Такой пушочек. Хорошая, симпатичная курточка. И вот уже, думаю, если не Элизе, то Насте. И она такая теплая, на холодную. И за счет джинсы уже она не будет так мерзнуть. Проветрив. Вот ветер сейчас холодный. Здесь кармашек имитация. Здесь карман. Ну, можно на Элизу померить. А, вот этикетка, вот она. Так ее продавали за 3,5. Ввезено в Российскую Федерацию. Вот 3,5. Китай. Ну, запаха нет, ничего нету. Померим. Но Элизе она большая. Айда сначала оденем. Вот так вот она на Элизе, но она ей огромная. Померит Настя. Думаю, ну, пойдет все равно. Ну, встань подальше чуть-чуть. Ну, не снимай, да, я еще посмотрю. Ну, не снимай, говорю, стой хорошо. Думаю, если Настя ее сейчас не будет носить, например, на следующий год Элизе будет уже хорошо. Все равно будет прохладно. Даже в первый класс будет нормально. Сейчас вот когда вот первый снег выпадает, вроде бы не так еще жарко. Не так холодно, но и не так жарко, да. И вот поэтому... Будет хорошо, вот по длине вот так вот у нее, но, в общем, Элизе так идет, такая-то, ми-ми-ми, зайка. Вот. Настя придет, померим на Настю, посмотрим, как на Насте будет. Вообще, это Настин размер 140, может быть, Настя захочет одевать, скажет, что я буду. Да, все равно новенькая, как бы у нее сейчас есть курточка, а если будет минус, можно будет... Ну, тут молодец, ты же ломаешь так замок. Угу. В общем, за 1000 рублей, я считаю, очень даже хорошо. Она мягенькая, внутри тоже мех и капюшон с мехом.
одеть какой-нибудь шарфик, и хорошо. Прям класс. Мне нравится. Было бы на меня, я бы себе тоже такую взяла. А зачем ты все подоставала? Они же были аккуратно скручены. А как мне тут собирать? Я вообще сроду никогда не умела собирать вот эти вот. Не в киндерах вот эти штучки. Сейчас будем разбираться, да? Ага. Что нужно делать? Сначала говорят, забор нужно сделать сначала. Да? А забор у нас вот. Ну, не забор, а... Нет, надо сначала это сделать. Ладно, сейчас попробуем собрать. Нет, так будем папу ждать, да? Ну. Мы так долго шла. Я в Комсомак заходила, а ручки себе купила. Да? Да. Померь вот эту. Настя, а можно мне ручку? Смотри, какая. Нет, или запишу. Как раз тебе или нет? Померишь? Ну, стоило недорого. А куда вы ходили? Фикс-прайс. Я тебе гуашь купила и вон обводитель этот. Я ты спросила? Была. Тебе кукла нужна была? Нет, кукла не нужна была. Ну извини. Вот поэтому мы не стали. Не знаю, потому что... Нет, это школьная кукла. Я тебе, вот у меня 24 рубля, одна 18. А мне что-то купила? Нет. А что, тебе мало куклу с этим? Померь, нет. Настя, курточку. Запрещенная в Российской Федерации. Вон это как раз. А на Элизу это... Вау. А, как мягко? Вот сейчас холодно будет? А застегни. Через 2 недели уже будет снег. Ну, ну-ка. Что у тебя, мошка тут? А как? Застегивай. Ну вот, рукава такие, а можно это... Нет, за колечко дёргай. Да. Здесь шарфик. Надо этот шнут купить. Ну. Ну-ка, встань ровно. Выпрямись. Рукава как раз? Да. Нет, так можно их еще это. Сними капюшон. Вот здесь вот так тебе шарф вот так обмотать. Такой большой, потому что здесь горлышко открыто. Ну вот, на тебя. Классно? Нравится тебе? И мягко, да? Как будто ты в каком-то это... Мам, что? Вот... Тебе идет так, ты как зайчик. Воздушные чипсы. Да, смотри, как чипсы такие. Ну, короче, посмотри, что там. Но мы еще не собрали, я там разбираюсь. Пытаюсь... А кукла где сама? Понять. Кукла там такая простая, а недорогая. Мы как-то... Да, папа приехал. Когда я уже разобралась со всем дома. Мы тут чуть весь дом не перевернули. Да, он сегодня же пораньше. А освежитель воздуха? Вот такой... ты, пап, приехал, мы уже разобрались. Да, когда уже я разобралась, уже когда почти достроила весь дом, ты приехал. Так. Элиза, ты хоть рада? Конечно, рада. Еще вот тебе папа купил. А, еще же стены надо, да, выставлять? Купи. А что, надо было, наверное, стены сначала? Мама! Нет. Разобрали. Да! Мам, нужно было вот сюда стены вставлять. Вот же. Вот. А вот это тогда куда? Один первый этаж, другой второй. Да, вот это куда? Вот эту желтую штуку. Фиолетовый. Вот это, наверное, желтая комната. Смотри, как сделано. Да? Угу. А так, что ли? Ну, вон как нарисовано там, да. Блядь, помоги. Сейчас. Это уже с изображением бок. Вот так вот. Поэтому папа детям и нужен. Ага. Нужен картошку копать. Иначе вот так даже игрушку собрать. Не в состоянии. Нет.
Ну, папа всегда нужен. Вот это окна, логично. Ну, вот где окна, оставьте вот сюда окна. Папа, вот эти, окна, а ванная где? А это что, просто были? Да, вот куда они. Сейчас. Ванная вот. Вот, дай, вон, там что. Нарисован, вот смотришь, так, окна. Видишь, значит, окна молоко. Вот здесь идут. Здесь да? Идет молоко. Да. Не беспокойте молоко, пожалуйста. Вот мама, смотри, да. Держит. Вот сюда эту. Пожалуйста. Так она же вот, это на крышу. Это крыша. А, пожалуйста. Второй этаж, смотрю, ванна должна быть. Где ванна? Ванна? Да. Видишь, ванна там? Вот. Да может просто вот так поставить. Ну, в смысле, я же по своим порядку ухожу, а вот эти ты все правильно поставил. Да, это пол точно, да. Но. Нет, беспокойся, мама. А может, это на второй этаж, а это на первый? Ну, скорее всего, просто здесь ванна к чему-то не нарисована. Может, там еще что-то там? Пожалуйста, не беспокойте молоко. А, в общем, ну, это, наверное, на второй этаж, да? Окна. Ну, окна, да. Вот. Пожалуйста. Да, и они пожалуйста. Идут вот так. Вот. А внутри-то вот какие картинки. Вот ванна. Вот, это внутрь ванна. А это же окна наружу. Пожалуйста. Посмотри, вот я тебе спрашиваю. Вот и сзади. Еще какая картинка? Вот сзади. Какая посмотри. Должна быть здесь? Вот, здесь. Вот еще какая-то. Ага. Вот пожалуйста, тут, не да? Беспокойте молоко. Нет, не она. Что еще там? Вот. Я ходила. Вот это кто? Это тут нет? А, вот. Вот, это с елочкой наша. Первая с елочкой идет. Вот елочка. Пожалуйста, не беспокойте молоко. Они же сюда вставляются как. Я помню. Просто мама собрала уже все сразу. Она пожалуйста. Нужно сразу было делать. Лиза, вот сейчас прорвешь, папа. Они вот здесь вставляются же. Падает. Она маленькая, значит, может, так надо. Пониже надо. Смотрите. Нет, нет, они у них свои пазлы. Подожди. Может, ее пониже надо? Нет, нет, стой. А, смотрите, вот. Ниже же идет, вот. Ну, а ты не до конца, может, посадишь? Да. Ну. Настя, личка. Вот, они вот в это вставляются и все. Да, нет, Настя, я сейчас сделаю так. Потом идет что, ванна, а, вот этот. Нет, это готовят на втором шнуре. Там еще картинка. А Элисе зарядку пап купили. Да. Да. 65 рублей. Вот их холосу залезают. Ну что и эти. Вот это следующий чайничек идет. Вот. Чайничек заставил. Настя, ты что не кушаешь? Попал. Счастье, что моя мама снимает. Чё, как это смотрится сейчас? Сейчас увидишься. Телеком. Чё, дом собрали. Я тоже живу на балконе. На балконе живёшь? Да. Ну, в принципе, вот так вот лежать можно. Нормально? Угу. Диффузор поставила вот сюда. Ну, неплохой. Вот знаете, такой. Первый день прям очень сильно запах. Запах приятный. Лимончик такой. С мятой. В ванной комнате прям отлично такой, свеженький. Но шевелить надо и переворачивать. Вообще написано, я все палочки, все 5 палочек сюда поставила. Написано то, что до 12 недель этот диффузор. Ну, не знаю, мне так не кажется. Все-таки здесь есть спирт какой-то. Часто надо переворачивать, что прям аромат-аромат. У этого освежителя мы сразу же снимаем вот у таких освежителей колпачок, крышку точнее. Потому что когда пшикают, а, точнее девчонки, а сильно же крышка эта закрепляется. И когда Настя с Элизой берут, хотят побрызгать, они вот эту ломают. То есть они силу применяют, чтобы открыть вот этот освежитель воздуха, и крышка эта ломается. Вот у этого запах прям обалденный. Энергия Тибета называется. Прям вот вкусный. И Валере понравилось, и мне. Достаточно даже одного пшика, двух максимум. И хорошо. И они как-то вот вместе сочетаются. Если, например, вот это такой приятный запах, да, лимона. И вот это какой-то... Ой, ну, я даже не знаю, какой это запах. Ну, такой, ну, мне прям очень понравился. Многослойный. И вот как-то вместе он прям вот отлично сочетается. Но хочу все равно взять какой-нибудь другой еще диффузор.
там был вот в такой колбе. Вот, не знаю, может так. Напишите, пожалуйста, вы брали в фикс-прайсе вообще? Стоит на это деньги тратить? Или лучше заказать какой-нибудь хороший диффузор? Вот тоже какие смотришь на Wildberries всякие отзывы, ничего не понятно. То ли надо покупать, то ли не надо. Кто-то пишет, полная ерунда, кто-то хороший. Пока не возьмешь, не проверишь. Но я своим подписчикам доверяю. Ваши советы никогда еще не были плохими, поэтому... Если кто вдруг покупал, напишите, пожалуйста. Или заказывал на Wildberries и постоянно берет. Вот, напишите, пожалуйста. Буду вам очень благодарна, потому что у меня полное ощущение, что на 12 недель этого не хватит. И постоянно-постоянно переворачивать тоже как-то немножко меня это напрягает, чтобы был какой-то аромат. Ну, в принципе, когда ты сидишь на унитазе, то перевернуть, в принципе, можно. Все равно же делать нечего, да? Вот, по пути уже. И вот чипсы девчонки попробовали, им тоже не понравилось. Воздушные чипсы, это как русская картошка. Я не попробовала, потому что я чипсы вообще не люблю. Единственное, солью я люблю, лейс солью и все. Остальные с беконом чуть-чуть могу поесть. А вот это у нас вот Валера, он прям обожает. Ну и Настя не особо зашло, и Лизе вообще. Спрашиваю, понравились? Не, так что... Не знаю, кому как, видимо. Но мои мне не зашли вот такие чипсы. А вот домик. Ого, у тебя Россия, да? Да. Молодец, вот. Патриот ты мой. А вот домик хороший, кстати, крепкий. До этого, когда мы покупали, он прям разваливался. Его вот невозможно... Вот эти батареи сегодня я сделала, а я сделала все хорошо. До этого, когда ты была маленькая, поднимаешь, и он прям весь разваливается. Этот стал покрепче. Так что, если вдруг кто-то еще не покупал, или также покупал, и он сломался, вот этот мне прям показался очень крепким. Элиза может его поднять. То есть, я вот, когда полы протирали, отодвигали, это вот я на следующий день. Вот я беру, вот здесь вот, я могу взять сзади, потому что здесь вот такие вот штучки. Да, и он не разваливается, да, вот. Он не разваливается. Не такой, как до этого был. Девчонки тут играют. Элиза, точнее. И Настя. Настя тоже играет? Да. Пчела, помнишь? Пока новенькая, да? А что она куклу? А где ее кукла? Где Настина? Ну, мне не нужно это платье. Я ей дала. А, у Насти хорошая кукла? Да. Нормальная, поэтому... Ей не надо было, да? Чего? Ну, не сломанная у нее ее кукла. Ну поэтому да, ей... у меня тоже не сломанная. Ну уж, вот. Конечно, только вчера купили-то, слава конечно. Богу. Посмотрим через недельку. Я заговорила, что аккуратно буду. Аккуратно. Вот это ее подушка. Угу. А это что у тебя там? Кухня, что ли? Да. А вон там ванная, да? Здесь вот ванная. Достань ванну, дай посмотреть на ванну. Это ты из конструктора собрала? Нет, Настя. Настя? А это стол из конструктора, да? Ого, какая шикарная ванная. Чика, вот эти... Ну, ладно, ладно. А, поэтому, да? Угу. Надо аккуратненько, осторожно. Аккуратно. Аккуратно. Так прикольный. Нет, говори правильно. Аккуратно. Аккуратно. Вот так привыкнешь и будешь все время говорить. Аккуратно. Ну скажи аккуратно. Аккуратно. Вот говори правильно. Ладно? Аккуратно. В общем, вот этот понравился домик. Вот стол. Угу. Здесь можно.